Мы заняли 4-е место. На данный момент это максимальный результат. Вот. А перед плей-офф я ничего не хочу говорить. Я бы, конечно, мы мечтаем сохранить это место. Конечно, мы мечтаем. Вот. Но я опять же повторяю, каждая игра, то есть никогда перед игрой никто не скажет, что сегодня будет. То есть все команды равны. Кто бы ни был сейчас наш соперник следующий, все команды равны, и каждая игра должна быть сыграна. И никакие предыдущие результаты, предыдущие игры, все это не считается уже. Об этом надо забывать все на этом. У нас сейчас получается двухнедельный перерыв. Дадите команде отдохнуть? Ну, немножко, конечно. Ну, дня три, я думаю. Дня три, наверное, да.